Здравствуйте, есть у меня вот такая вот замечательнейшая клавиатура. Наверное, мне так кажется, я так думаю. Но, даже есть тут мышка, но есть одно но. Потерялся приемник. Это радиоклавиатура беспроводная. Потерялся приемник. Поэтому было мною принято волевое решение купить вот такой вот универсальный USB приемник, ресивер Unifying Logitech. Самое главное, чтобы на клавиатуре или на мышке был вот такой вот значок. Он может быть оранжевый, может быть серенький. И тогда ваша клавиатура или манипулятор типа мышь поддерживает этот протокол, эту штуку, короче. Вот этот вот универсальный USB ресивер, он поддерживает, должен поддерживать до 6 устройств включительно. Вот такая вот маркировка CU307. Может быть, кому-то эта информация пригодится. Я не знаю, идут ли такие USB ресиверы в комплекте с какими-то мышками, клавиатурами. Я не уверен, что это устройство новое, которое я купил. Оно не очень дешевое, но вдруг я столкнулся с такой задачей. Все мышки, которые у меня были, я проверил, и не работают. Еще у меня есть вот такая вот клавиатура. Я ее тоже попробую к этому USB ресиверу подключить, так как у нее тоже имеется в наличии такой значок, который говорит о том, что эта клавиатура тоже должна поддерживать эту технологию. При подключении этого USB чудо ресивера универсального компании Logitech или Logitech, подскажите, как правильно. То есть белемкает, как будто у нас подключено новое устройство, либо же подключено, но в диспетчере устройств, то есть ничего не происходит, клавиатура при этом, мышки, батарейки я заменил, включено, зелененькая светится, и при этом ничего ни на что не реагирует. Как мне сказали, необходимо установить специальное программное обеспечение. Куда оно могло спрятаться, это наша штучка, контроллеры USB, AS Media. Ну, короче, где-то оно тут, оно другие устройства. Нет, это какое-то другое устройство, оно и было неизвестным. То есть где-то оно спряталось, и ничего не происходит. Для того, чтобы заработал наш план, нужно скачать этот вот чудо-утилиту. Пробуем. Не знаю, я еще не искал. Unifying Software. Google уже об этом знает. Unifying Software. Welcome. Здрасте. Ну, ага, вот, download now. Все на родном нашем английском языке. Все ясно и понятно. Вот уже на русском. Видите, как красиво. Трун. Выполнено. Так, что дальше? Вот она, эта штучка. Добро пожаловать, подключите и забудьте. Подключите дополнительные устройства. Все готово к работе приемника. Перезапустите устройство, которое требуется подключить к компьютеру. Поставьте переключатель сначала в положение off, затем в положение on. Что мы и делаем? Off, on. И дальше. Оба, есть. Чтобы убедиться в том, что это ваша клавиатура, напечатайте на ней несколько символов здесь. Бум-бум-бум-бум. Ха, класс. Ну, компания Logitech, подтвердите, что вы видите символы. Вижу. Далее. Ура! Ой, забыл нажать, там была кнопочка. Установите связь с другим устройством. Оп. Ну, ага, вот. Тормознутый немножко моноблок. То есть все, клавиатура работает. Ура, ура, все получилось. Теперь эта клавиатура уйдет
куда-то в другое место, а это более такая компактная. Оно, интересно, мышка работает, и мышка работает. Все работает, все функционирует, кнопочки мышки. Хоп, хоп, красота. Теперь пробуем подключать вторую нашу клавиатуру. Я не помню, говорил я или нет, что это этот ресивер-приемник, он поддерживает до 6 устройств. Мы сейчас попробуем. Ага, вот. Ну, чего-то там, короче, с кодировкой случилось. Так, далее. Перезапускаем. Оно у нас и так выключено. Включаем. Нашло. И мы теперь тун-тун-тун. Класс. Просто фантастически удобно. Готово. Теперь проверяем. Нажимаем на эту нашу клавиатуру. Пум. 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 Есть. Теперь на эту. Чун. Эй. Эй. Пропала связь? Нет. Это кнопка что-то. А, я на синенькую нажимал. Это какая-то, короче. А, это. Типа, можно назначить эту кнопку. Все, все работает. То есть одновременно две клавиатуры. 6 устройств я уже не буду подключать. Поверим на слово. Компании Logitech. Это, кстати, клавиатура. Тут некоторые кнопки не работают. Она будет следующая на помывку, обмывку, восстановление. Посмотрим, получится ли ее восстановить. Жалко, хорошая клавиатура, беспроводная. Было бы хорошо, чтобы она тоже заработала. Вот такой вот был интересный эксперимент. Для меня, по крайней мере, интересен он был. Надеюсь, и вам было полезно. Ставьте пальцы вверх, там комментарии, чего-то там. Всем успехов, до новых встреч!